Ռուսայտողներ երկրի ուղիղ եթերում բարև երկիր տեղեկատվականն է, այսօր հոկտեմբերի 25-ն է, օրը 5-7-ի և ծրագրի նախորդած հատվածում առիթ ունեցել եմ խոսելու այն հարցազրույցի մասին, որ առաջիկա օպերների ընթացքում պատրաստում են ներկայացնել ձեր ուշադրությանը։ Այսօր տաղավարում մեզ սպասվում է ուշագրավ մի հանդիպում մի անձնավորության հետ, ում հետ կարելի էր միանգամից 10 առանձին հարցազրույցներ անել, տարբեր են նրա մասնակցությունները ու հետաքրքրությունները, բայց մենք ունենք ընդամենը մեկ հանդիպման հնարավորություն և հիմնականում կկենտրոնանանք նրա պոետական ու երգահան որպես նաև այսպես կողմնորոշման ու մասնագիտության վրա, որովհետև մասնավորապես հենց այս երկու հատկանիշներն են, որ ծնունդ են տվել մի ստեղծագործության, որը կոչվում է Արարատ, որի մասին մենք այսօր տաղավարում զրուցելու ենք։ Տաղավարում այսօր մեր հյուրն է պոետ երգահան Վադիմ Բալիսովը, ում այսօր ընկերակցում է նաև Հայաստանի կոմպոզիտորների ու երաժշտագետների միության անդամ Սուսաննա Հովանեսյանը։ Բարև ձեզ։ Доброе утро. Вадим, читая вашу биографию, я понял, что одной встречи нам ну просто недостаточно. Настолько разные ваши интересы и специальности, да? Философия, социология, поэзия, ну, в общем, журналистика еще. Да. Вот как вы все это успеваете? Дело в том, что жизнь, она очень короткая, и если хочешь что-то успеть, надо жить одновременно несколькими жизнями. Поэтому вот каждый раз, когда я куда-то лечу, если это даже по делам в командировку, я всегда пытаюсь общаться с максимальным числом людей для того, чтобы вот что-то писать. Что-то писать как журналисту, что-то писать как поэту. Вот, кстати, эта книжка «Песни Пилигрима», я ее написал в командировках. То есть особенность, потому она и названа «Песни Пилигрима», писалось в аэропортах, в гостиницах разных городов, разных стран мира. То есть порядка 20 стран, ну вот это такой результат работы. Вот, кстати, если вечерами заниматься, не расслабляться с кружкой пива, а что-то думать... Можно все успеть. Да. Вот, кстати, книга «Песни Пилигрима», да? Вот, а я все думал, откуда название. Вот все логично, да? Все логично. Писалось это часть в аэропортах, жизни. Вокзалах, да. Вот... Прошу. Кстати, ваши книги, и их, конечно, не одна книга, да? Это также еще и книги для детей, скажем так. Они есть в киосках, то есть продаются они в книжных магазинах? В книжных магазинах они продаются, но вот не в России, а в Великобритании. В частности, вот эта книжка, которую вы держите. Да, это «Крылатая мечта». Она издана в Великобритании, распечатана в Соединенных Штатах Америки. Ну, то есть это такой глобальный мир, да. Поскольку сейчас очень большая русскоязычная коммуна, община Великобритании, то родители очень заинтересованы в том, чтобы что-то новое, на чем они могут воспитывать детей, оно издавалось. И чтобы дети росли в культурной русскоязычной среде. Особенно про эту книгу мы еще успеем поговорить. А сейчас давайте о том, как вы нашли друг друга, как вы нашли Сусанну, нашу дорогую. И знаю, что в ходе вашей встречи, вашего знакомства и сотрудничества родилась песня «Арарат». А, да, это было сколько? 3 года назад, по-моему, да? В 2010-м. Да. 2 года назад я был в Армении, вот, и я спросил у своих знакомых, вот есть текст песни, и хотелось бы, чтобы эту песню, музыку написал именно армянский композитор. А песня об Армении, и... Вот у меня в качестве какого-то эталона звучала песня в свое время, еще в советское, была «Расцветай под солнцем, Грузия моя». Ее знали на русском языке и пели все. И мне хотелось что-то такое же написать об Армении. И вот знакомые сказали, да, мы найдем. Мы встретились с Сусанной. Я был тоже буквально на 3 дня. Ну и вот сказал, что было бы... хорошо, если бы уже через 2-3 дня мы могли встретиться, и она бы создала что-нибудь интересное. Ну, вот дальше, я думаю, Сусанна добавит. Ну, сроки действительно были очень ограничены. 3 дня. Хотя, в принципе, если песня должна родиться, она может и за 3 часа родиться. Да, сначала родился припев. И я посчитала его знаковым в том плане, что если... Ну, не знаю, почему так получилось. Обычно начинают, наверное, с самого начала. Но вот получился припев, и я поверила в то, что песня
получится. Понравится или нет, состоится она или нет, все зависело еще и от того, что понравится она автору слов. И я помню этот очень такой... волнительный момент. Да, очень. Я пропустила, я просто перепрыгнула уже к процессу создания песни, но забыла сказать о том, что сам стих, он сначала настолько мне понравился. Он сейчас вот говорит эти слова, это настолько банально. Мне понравился стих, поэтому я не отказалась, хотя это очень банально. Но когда ты чувствуешь, что человек не армянской национальности, столь проникновенно, столь трепетно относится к твоим ценностям, к твоей истории, к твоей культуре. Потому что если бы тот же стих написал даже на армянском, армянский поэт, я сейчас вот просто прошу прощения у своих соотечественников, творческих людей, поэтов, писателей, просто я думаю, все со мной согласятся, более как-то вот... Ну, другое ощущение, когда это пишет человек не по национальности не армянин. И как говорил, если не ошибаюсь, великий Микеланджело, вот мне кажется, что в этом стихотворении уже была музыка, может быть, для другого композитора была другая музыка. Для меня она была между строк, между букв. И оставалось просто убрать лишнее, как вот в мраморе. Да. И музыка, она сама вот просто высветилась. Ее надо было считать именно стихотворение. Самым таким вот волнительным моментом для меня был тот момент, когда я впервые, я помню, это было в Цахкадзоре, Вадим, как и сейчас, вот на два города разрывался в силу своей занятости, Ереван, Цахкадзор. И я там представила эту песню, я вот закончила последние ноты, и вот эта вот пауза, и думаю, вот что сейчас скажет. Я не буду озвучивать. Мне на самом деле очень понравилось. То есть, когда слышишь и вот понимаешь, что это вот то, что где-то подспудно предполагалось, вот, и это выращено вот из армянских корней. Вот это в результате получилось. Какое-то такое слияние. И дальше уже было продолжение. Я просто еще, вот пока мы не отдалились от этой темы, я хочу сказать, что я прекрасно понимаю, что на моем месте мог оказаться любой другой армянский композитор. У нас очень много талантливых людей. И на самом деле это не просто слава, это просто мне улыбнулась судьба, и мне посчастливилось вот встретиться, получить такое предложение. И уже то, что песня сегодня живет своей самостоятельной жизнью, и я очень надеюсь, имеет очень счастливую судьбу, по крайней мере, вот... про эту судьбу мы еще через несколько секунд обязательно поговорим, но этого вкратце позвольте мне перевести. Հարգելի հեռուստատեսողներ, թերևս ամենակարևոր մտքին գանք նրան, որ Վադիմ Բորիսովը գրելով ժամանակին, հա, լսելով Վրասանին նվիրված մի շատ գեղեցիկ ստեղծագործություն, որը հնչում է ռուսերենով, որոշում է, որ նմանօրինակ մի ստեղծագործություն ռուսերենով հնչող պիտի նվիրի անպայման Հայաստանին, և նրա ընկերները օգնում են գտնել Հայաստանից կոմպոզիտորի, փաստորեն ես հասկանում եմ, դա բնավ պատահական չէ, դա ցանկանում էր, որ երաժշտությունը հենց ազգությամբ հայ մարդ գրի, և փաստորեն Սուսանո Հովանիսյանի հետ հանդիպումը հենց այս հարթության վրա է կայանում, որից հետո Սուսաննան գրելով երաժշտությունը նա նշեց, թե ինչպիսի հուզմունքով և սպասումներով ու ապրումներով էր, հա, գալիս նրան, որ պիտի Ծաղկաձորում փաստորեն ներկայացներ երաժշտությունը, Վադիմ Բորիսովը լսում է այն, սիրահարվում Մեղեդուն և փաստորեն այդպիսով արդեն 2 տարի է, երգը շարունակում է իր հաղթարշավը, և պիտի արդեն ես առաջ անցնեմ ու ասեմ, որ փաստորեն երգը հնչում է մի պասիեդի խմբի կատարմամբ. Ռուսաստանում շատ հայտնի, շատ հայտնի ու ճանաչված մանկապատանեկան մի խումբ, որի կատարումները մենք ժամանակին ամեն շաբաթկիրակի էինք սպասում, հա, երբ որ համապատասխան երաժշտական մի հաղորդում էր լինում, մի խոսքով, այսօր այդ խումբը կատարում է այդ ստեղծագործությունը, и вот «Простудьбу», да, песни. Я уже заметил, что не посели, да, поют эту песню, и где уже успели спеть? Так, ну, во-первых, премьера такая телевизионная, она была в прошлом году, в конце ноября. TV Arm в Москве дали нам прямой эфир, полчаса это было, и дети спели вживую, то есть мы это специально подчеркнули, потому что часто приносят фонограммы, и взрослые певцы открывают рот, поскольку не всегда умеют петь. Дети в данном случае, они готовились, они переживали, это было первое исполнение. И специально... Вот Елена Пинжаян – это руководитель группы «Непоседы». В группе «Непоседы» – это фактически большая школа вокальная. Там учатся
порядка 250 детей разных национальностей. Yes. И для исполнения вот песни «Арарат» она выбрала армянских детей. Многие из них никогда не были в Армении. Uh-huh. И вот там была смешная такая ситуация. Там были маленькие дети, постарше. Когда спрашивали, вот вы были в Армении? Нет, я не был, я не был. Маленький ответил, нет, в Арарате я никогда не был. В Арарате не был, да. Вот, и тогда вот родилась эта идея, что было бы здорово записать такой профессиональный клип, именно чтобы группа «Непоседы» могла приехать в Армению, и дети бы увидели свою историческую родину. Вот, это было первое исполнение. Второе было в этом году в государственном концертном зале «Россия». Вот. И я хочу сказать, что принималась песня просто на ура, аплодисменты. Угу. То есть независимо от национальности, вот чувствуется, дети поют с душой. Угу. И когда открывается душа, то, естественно, душа слушателей открывается навстречу. Մեր հյուրանշում է, որ փաստորեն երգը ունեցավ իր հեռուստատեսային պրեմիերան ռուսական Arm TV, այո, TV Arm, ru. Հերուստակայանով եւ երեխաները կենթանի կատարմամբ այնտեղ հանդես եկան, նաեւ նշում է, որ ես ինձ համար այսօր յուտը բացահայտում եղա, որ Նիպասեդը խմբի ղեկավարը Ելենա Պինջոյան, պարզ է, յան, այլևս չնշեն կազմությունը, եւ հետաքրիր է, որ խմբում այս 250 հոգանոց է, դպրոց խմբում կամ բազմաթիվ ազգերի ներկայացուցիչներ այդ թվում եւ հայ երեխաներ, որոնցից ոմանք Հայաստանում երբեւե չէին եղել, անգամ այդպիսի կատակ արեց, ասելով, որ երեխաներն ասում էին Արարատում երբեք չեմ եղել, եւ փաստորեն այդպիսի գաղափար կա, որպեսզի տեսահոլովակը նկարահանվի այստեղ Հայաստանում, բայց Սուսանա ոնց հասկանում, դա դեռ ընդամենը երազանք է։ Ցանկացած երազանք իրականացնելու, եթե կա ֆինանսավորում, կարծում եմ դա երազանք էլ չէ, պարզապես նախագիծ է, որը ունենա ֆինանսական աջակցություն, արդեն դա դառնա իրականություն։ Мы про клип уже начали говорить, вот возможно ли когда-нибудь, да, снимется клип в Армении, в Арарате, да? В Арарате нет. Мне кажется, просто все сводится к финансированию, будет финансирование, будет клип. Все замыкается на этом. То есть в свое время я пытался связаться со многими представителями и парламента Армении, и вот с правительством. Мне ответили из Министерства по делам диаспоры, по-моему, так оно точно называется. Вот, то есть, ну, есть какая-то предварительная договоренность о том, что если будут проводиться этим министерством какие-то мероприятия, mm-hmm. они могут иметь в виду эту песню и пригласить группу «Непоседы». Mm-hmm. Но что касается клипа, тут нужны именно какие-то финансовые источники. Mm-hmm. И я не знаю, если кого-то это заинтересует, мы бы с удовольствием начали диалог и обсуждение. Кстати, очень сожалею, но только что нам сообщили, что у нас техническая неполадка и звука нету. У этой песни? Да, то есть видеоряд существует, да, изображение, а вот звука нету, но я думаю, что мы эту проблему решим следующим образом, как только мы закончим. Так, вы можете, тут же у нас есть и другой вариант. Вот здесь вариант. Есть. Ага. Ну, мы именно отсюда брали. Так, и я еще так... давал диск. Ой, а где же диск? Ладно, так, мы решим эту проблему после интервью, но сегодня обязательно эта песня у нас в эфире будет. Mm-hmm. Я это вам обещаю, гарантирую на все 100%. Селер сайт огнерес има хайтнеци мер юэрин, вор цавок сарти техника кам покти хантри арцион кум. Миян тайса шары унэнк, вори хима анда таргинум мэр экрани вера, байц зайни хет кам капфац хантиднер. Те в мэнк айсо дэр мотрапес ерку жам линелу энк етерум, ев мэр юэрин ерп кэч анапанэнк, ампайман арарат ерки айс талбэрака калэсэнк, катитэнк, кавайлэнк, миян ашанак. Я знаю, что песня «Арарат», посвященная, да, mm-hmm. скажем так, другой стране, с вашей точки зрения, mm-hmm. это не единственная песня. Существуют еще и другие песни в дань, да, скажем так, другим странным народам. Ну, я хочу сказать, что толчок дала именно песня «Арарат». То есть «Арарат» — это когда, первая песня. Да, это была первая цикла, песня. Вот часто сейчас говорят «проекты». Проекта никакого не было. Mm-hmm. То есть появилось просто желание написать вот эту песню, чтобы она была от имени русского человека об Армении. Когда это получилось, меня это вдохновило. Я написал, значит, две песни «Астана» и «Казахстан».
на русском языке есть песня «Россия», в записи находится песня «Лихаим Израиль». Вот, подход был такой, что должны быть композиторы из разных стран, да, для того, чтобы вот получился такой букет. То есть особенность состоит в том, что, ну, и Советский Союз распался, и часто бывают всякие политические проблемы, но очень хочется, чтобы вот дружба народов, она на самом деле была не теоретической, а реальной. Сохранились человеческие отношения, и вот когда мы собираемся, если это люди разных стран, то, ну, как ни крути, русский язык – это язык такого международного общения. Конечно. И мне хотелось, чтобы была какая-то песня, которую мы могли спеть вместе, независимо от того, там, русские, украинцы, значит, армяне, киргизы. Но на русском языке мы можем петь песню об Арарате, на русском языке мы можем петь песню об Украине. То есть вот это началось. Мы обговорили также с Еленой Пинджаян, что «Непоседы» это споют. И вот такой целью является издание диска о 15 бывших республиках бывшего Советского Союза. В исполнении только группы «Непосед», но чтобы это были композиторы разных стран. Как интересно. То есть вот такая получается задумка. Получается цикл, да, ряд, да, песен. Конечно. Но, как я понимаю, это не проект, это никто не финансирует. Никто не финансирует. Это только это ваше желание, да? Да, ага. Да, да. Хочется, чтобы... Ага. Вообще хочется, чтобы после... Какой-то след добрый оставить после себя, потому что жизнь, она вот такая скоротечная, и когда я слышу, что мои песни, помимо «Арарата», очень много детских песен, они звучат и по детскому радио в России, их поют дети вот в разных музыкальных школах, то, ну, понимаешь, что, значит, что-то сделал. Հարգելի ես մեր հիմալ պայմանկավելացնենք, մեր հյուրը նշում է, որ պաստորեն ստեղծվում է ակամա մի շարք, Արարատ երգը եղավ առաջինը, նա որոշել է, ասենք եսպես ԱՊՀ երկրներին, հա, նախկին խորհրդային միության նաև համախմբել, ինչ ձևով, նվիրել երգեր յուրաքանչյուր երկրին դրա կազմի մեջ մտնող, բայց երգեր, որոնք հնչելու են բացառապես ռուսերեն լեզվով, իսկ կոմպոզիտորները լինելու են տվյալ երկրի ներկայացուցիչներ, այսպիսով նա հույս ունի, որ այս երկրների ներկայացուցիչները, ում ռուսերենը կարող է որոշակիորեն միացնել, կարողանան համախմբել ու երգել մեկը մյուսին նվիրված երգեր, և փաստորեն ակամա ստացվեց նաև այդպիսի գաղափար ստեղծել երգերի շարք, որը «Նիպասեդի» խումբը կկատարի, և ով գիտի, գուցե ապագայում նաև ձայնասկավառակ թողարկվի, որտեղ կընդգրկվեն այդ 15 երաժշտական ստեղծագործությունները, համեցեք ուսանել։ Ես перейду на русский. Я просто вот сейчас мне вспомнилось, что есть такое измерение успешности песни – это когда песню поют в ресторанах, песню поют дети, и песня переводится на разные языки. Это, по-моему, немножко чуть-чуть устаревшая такая, устаревший формат или измерение. К этому еще можно добавить интернет. Да. Если она... Просмотры в YouTube, да, не только просмотры, так. Но еще она... Ее можно найти на таких разных музыкальных сайтах. То есть когда мы пишем «Непоседы», «Арарат», ты понимаешь, что это бесконтрольное распространение этой песни говорит о том, что, наверное, все-таки она людям нравится, нравится. Ее любят. И вот на этом у песни действительно счастливая судьба. А авторам песни только остается радоваться этому. Конечно. Մեր Սուզաննան խոսում է այն մասին, որ երգի հաջողության մի քանի չափանիշներ կան, այո, երբ երգը երգում են երեխաները, երբ երգը հնչում է ամենուր, այդ թվում և ռեստորաններում, ինչպես նաև նոր տիրույթ, հա, ասենք այսպես, երբ երգը համացանցում է լուրջ տարածված, այո, անվերահսկելի է, մարդիկ, ու այստեղ ինչն է կարևորը, որ մարդիկ կցանկանան կանեն, չեն ցանկանա չեն անի այդ բանը, այդ տարածման գործընթացը, և երբ համացանցում փնտրում ես «Նիպասեդի» Արարատ, հասկանում ես, թե որ կայք կարելի է գտնել, դեպ ձեր փոքրիկ հետաքննությունը հենց այսօր կարող եք ինքներդ վարել, ու եթե մինչ օրս չեք լսել այս ստեղծագործությունը, բնականաբար կարող եք այդ բացը լրացնել և դիտել, լսել, վայելել։ Վադիմ, պիդիոմ, скажем так, к целям, да, вашего визита в Армению. Я знаю, что это тема, которая не имеет ничего общего с предыдущей, но все-таки вкратце, если так, можно. Я приехал в Армению по приглашению профсоюза машиностроителей. Мы проводим двухдневный семинар. Ну, вот, тема семинара – социально-экономические условия и особенности ведения коллективных переговоров на уровне предприятия.
Ну, может быть, это кажется немножко так заумно, но...